Бареху эт Адонай меворах. Барух Адонай меворах леолам ваэт. Барух ата Адонай Элохейну мелех ха-олам, ашер бахар бану микол ха-амим, ונתן לנו את תורתו. Барух ата Адонай нотен ха-тора. Амен. Мы сегодня читаем с 12 главы книги «Бытие», и это недельный отрывок, который называется «Лех Леха», с 1 стиха. «Вайомер Адонай эл Авраам, лех леха, мерцеха, мимулдетха, умибейт авиха, эл аарец, ашер араека, веасха, לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך ויהיה ברכה ואברכה מברכך ומקללך האור ונברכו בך כל משפחות האדמה. Барух ата Адонай Элохейну мелех ха-олам, ашер натан лану торат эмет, вехайе олам ната бетохейну. Барух ата Адонай нотен ха-тора. Я прочту по-русски. Это 12 глава, с 1 стиха, книга Бытие, отрывок «Лех Леха». Господь сказал Аврааму: «Оставь свою страну, родных, отчий дом. Иди в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу твое имя. Ты станешь благословением. Кто тебя благословит, того я благословлю. Прокляну того, кто тебя проклянет. Благословением ты станешь для всех народов земли. Амин». Шалом. Итак, сегодня у нас недельная глава «Лех Леха». Что мы можем увидеть из этой главы? Она находится в книге «Бытие» с 12 по 17 главу. В этой главе мы увидим, как Бог проводит Авраама через определенные этапы его жизни, своего рода через план Божий. Я прочитаю из «Бытие» 15 главы с 3 по 7 стих. Авраам обращается к Господу и со скорбью добавил: «Увы, не дал ты мне потомка, и вот мой домочадец, наследник мой». Но ему тогда же словом Господним был дан ответ: «Не ему быть твоим наследником, зачатый от семени твоего будет наследником твоим». Господь вывел Авраама из шатра и сказал ему: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если счесть их сможешь. Столь многочисленным будет потомство твое». Авраам поверил Господу, и Господь вменил ему это в праведность. И сказал Господь Аврааму: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы отдать тебе землю эту как наследство тебе завещанное». То есть, что мы можем здесь увидеть? Что у Бога таки был план для жизни Авраама. И вся эта недельный отрывок чтения описывает нам, как этот план осуществлялся. То есть Бог привел Авраама в Харан, оттуда в Ханаан, дал ему многочисленное потомство. Израиль умножился, занял землю Ханаан, и в среде Израиля рождается Машиах, и через него приходит спасение людям. То есть это вот такой глобальный план. И если мы увидим в Бытие 18.18 написано, что благословятся в нем все народы. И таки да, они благословились. И от Авраама точно произойдет народ сильный и великий. И вот мы видим, что в жизни Авраама, в жизни Израиля, вот во всей этой истории мы видим, что Бог, он верен, что ему можно доверять. И по сути, то, что вот мы здесь находимся, наша сегодняшняя жизнь — это и есть наследие Авраама. И мы вместе с вами являемся
цепочкой, звеном той цепочки, которая началась от Авраама. В этом недельном отрывке нам описывается, что Бог являлся Аврааму 5 раз в течение 24 лет. И он являлся ему в самые тяжелые и ключевые моменты жизни Авраама. Эти встречи приносили Аврааму ободрение, наставление и поддержку. И также и нам Бог несет ободрение, поддержку и наставление. И Иешуа учит нас из Евангелия Иоанну, 17 главы, 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». То есть Бог имеет к нам намерение на добро, а не на зло. И как у Авраама, часто у нас возникают сомнения, правильно ли я иду, вообще иногда бывает, существует Бог или нет. И нам описано, что у Авраама были сомнения, но несмотря на это, он сохранял надежду на Бога и доверие Ему. И это можно увидеть из того, что он строил жертвенники и поклонялся Богу. И иной раз, когда тебе тяжело, вспомни, как было Аврааму. Мы говорили о том, что у Бога был план для Авраама, но какой же план у Бога для тебя? У каждого свое призвание, и что-то нам открыто уже сейчас, что-то будет открыто впоследствии. Но есть что-то общее, что Господь приготовил или ожидает от каждого из нас. Иешуа говорит нам в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19 стих, «Потому идите и делайте учеников». Но чтобы научить кого-то, нужно знать самому и уметь. И, на мой взгляд, самое эффективное обучение – это вместе со словами показать личный пример. И задумайтесь об этом. Мы учим людей, которые нас окружают каждый день, живя по принципам Божьим. Я приведу 2 простых примера, как Божий план реализовывается постепенно в нашей жизни. Допустим, вы переехали в другую страну, как и Авраам, или в другой город, или просто сменили квартиру, и вас окружают не очень добросердечные соседи. И вот в один день у одного такого не очень доброго соседа садится аккумулятор в машине. Кто не знает, что такое аккумулятор, это такая батарейка, чтобы машина завелась и поехала. И вы это видите, и у вас есть возможность ему помочь. Вы выходите, помогаете, даете ему прикурить или от своей машины, или от другой батареи, и его день спасен, он вам благодарен, и вам хорошо на душе. То есть, что Бог сделал через эту ситуацию? Он научил вашего не очень доброго соседа, что делать хорошие поступки, добрые поступки – это хорошо. И также он укрепил вас в этом желании делать добро людям. Очередная веха в Божьем плане в вашей жизни прошла, установилась, устоялась, и вы идете дальше. Другой пример. Ваш родственник попросил перевезти громоздкий матрас из Хайфы в Ашдод, и вы по резонным причинам отказались. Родственник обиделся на вас, обозвал вас эгоистом и перестал с вами общаться. Вы не можете с этим вы не можете жить в таком состоянии, что вот в такой обиде с родственником. И в конце концов вы находите способ примириться с ним. Чему вас Бог учит в этой ситуации? В том, что нерешенная обида – это не самый лучший способ проводить свои дни. Опять-таки, ваш характер укрепляется и выравнивается. Божий план продвигается в вашей жизни. Иешуа нас учит в Евангелии от Луки, глава 18, стих 7. «Так неужели Бог не вступится за свой избранный народ, который взывает к нему день и ночь? Медлит ли он?» Возможно, что очередная тяжелая ситуация в твоей жизни – это просто ступенька на пути к твоей зрелости, потому что у Бога есть план на твою жизнь, и план Его на добро тебе. И я хочу закончить обращением Бога к Аврааму в Бытие 17.1. «Живи пред лицом Моим и будь непорочен». Каждый день твоей жизни проходит пред лицом Божьим. Проживешь ли ты этот день в чистоте мыслей и дел, чтобы Божий план был не пустой фразой в твоей жизни? Спасибо, Руслан. Большое спасибо, Руслан. Отлично слово сказал. Прежде чем мы закончим
с чтением, я хотел тоже предложить маленький комментарий на другой отрывок, потому что сильно говорила ко мне эта глава недельная «Лех-леха», «Выйди, выйди от себя». Выйди из этого места, не только поменяй среду обитания, поменяй себя прежде всего. И отлично сказал Руслан, как мы должны изменяться, и как наши мысли должны преобразовываться, наше восприятие и наше служение внешним. Я хотел подчеркнуть еще один момент, и это связано также с определенными печальными известиями, которые пришли ко мне от моих друзей из России. Я сейчас в двух словах скажу, но в начале текст. В самом начале главы, в 12 чтение, 12 глава Бытия, как Авраам только со своей женой Сарой и с Лотом приходят в обетованную землю, почти сразу здесь начинается голод, и они переходят в Египет пожить, и там это странная ситуация, когда фараону посоветовали забрать Сару себе в жены, и Господь Бог заступается. И фараону нужно было как-то откупиться, потому что от Авраама так он боялся Творца. И Писание рассказывает, что в 13 главе, что Авраам и Лот, груженные этим откупом, этим колымом, которым фараон попытался загладить свою вину, с большими стадами возвращаются назад в обетованную землю, здесь случается разлад. И Лот говорит, нам вместе сложно, Авраам говорит, сложно нам, пастухи дерутся. И куда, как мы разойдемся? И Авраам говорит Лоту, ты выбирай, куда ты пойдешь. И вот Лот делает свой выбор. Написано в 10 стихе 13 главы Бытия, Лот возвел очи свои, увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора рошалась водою, как сад Господень, как земля египетскую, и избрал себе Лот эту землю. Ну, то есть его глаза стали говорить к нему, вот это круто, это класс! И он пошел туда. И где-то он оставил союз со своим дядей, праведником, через которого к нему шла наставительная речь. И потерялся. Мы читаем потом о судах Господних над Содомом и Гоморрой, и там такая страшная картина рисуется. Мы не знаем, сколько детей было у Лота. Вполне возможно, что те две дочери, которые вышли с ним из Содома, это были оставшиеся дочери, возможно, у него было намного больше детей, но они уже смешались с жителями Содома и Гоморры и погибли там, да и эти дочки тоже моральным статусом не блистали. И данные стихи учат нас очень конкретно, что когда мы идем делать какие-то жизненные решения, то ли работа, то ли учеба, то ли женитьба, то ли переезд, то ли. Нам очень важно не отрываться или искать, чтобы Божий народ был рядом, чтобы была поддержка, чтобы не было развращения, не ориентироваться только на первую иллюзорную, глазам приятную выгоду. Я думаю, что многие люди, которые пошли вот только вот, я только хочу заработать побольше денег, или я хочу получить такой-то статус по жизни, и не учли, что окружающая среда может развратить детей. Или там так много либерального в этом месте, что опять-таки и дети развратятся, да и сам головой немножко станешь по-другому относиться к Божьим принципам. И совсем по-другому ведет себя Авраам. И поведение Авраама, оно не связано вот с той сиюминутной выгодой. И послание к евреям говорит нам, он искал небесного града, искал соединение с Господом. И написано, что Господь прилагал ему все для его позиции необходимое. Каждому Бог дает свое. Но очень важно, чтобы мы искали его. То же самое читаем про Соломона. Не богатство и мощи он просил у Господа, но мудрости, чтобы быть в Божьем окружении, в окружении Божьих людей. И Псалом 1 говорит, что древо, посаженное у вод, приносит плод,
так и ты, если посвящаешь себя, если связываешь свои любые решения жизненные с Господом Богом. И я хочу сказать, что сейчас, вот в это вот смутное время, нам нужно сделать значительные переоценки, чего я, к чему я бегу, к чему я стремлюсь. Потому что обстоятельства могут изменяться, к сожалению, вот так. И я хочу сказать вам, что вчера мне позвонили друзья с Питера, и мой очень-очень хороший друг Саша Андрющенко ушел к Господу, и он просто всегда был батареей божественной энергии. Но Господь по-разному определяет для каждого из нас путь. И важно поступать по жизни не как Лот, а как Авраам, помещая свои желания в Господе. И я хочу сказать, что Саша Андрющенко, Александр Андрющенко, мой друг из Питера, был всегда горячим, в огне примером человека, ищущим Господа и желающим спасения всем. И мы дружили с ним много, я не знаю сколько, 15, 18, 20 лет, не знаю уже сколько. Я хочу попросить, Ицхак, помоги, пожалуйста, мне сейчас сказать молитву Кадиш. И я хочу приурочить ее вот именно к памяти о Саше. Эта молитва, она возвещает, что Бог, Он Даян и Мет, Он воздает праведно, и невозможно найти изъяна в Его путях, хоть мы не всегда понимаем, почему что случается. И Он над всем, как я уже говорил сегодня, Иешуа сказал, что у нас и волосы на голове сочтены. И этой молитвой молятся, прославляя Творца, чтобы утешение могло прийти ко всей семье Александра. И я также знаю, что есть еще люди из собрания, которые в России, там в разных местах потеряли своих близких. Поэтому давайте вместе мы прочитаем эти слова. בחייכונו מכונו חיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. איש מרבה מאורך לעולמה עולמי עולמה יתברך, יתברך ויסתבר ויתפר ויתרמם ויתנשא, ויתחדר ויתעלה ויתחלל שמי דקודשה ברכו, ולאמין כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה, דאמירם בעלמה ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא עושה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. Да возвысится и светится великое имя Его в мире, сотворенном по воле Его. Да пребудет Царство Его и да яится спасение Его. Да придет помазанник Его, Мессия, ваши дни при жизни вашей и при жизни всего дома Израилева, в скорости в ближайшее время, и скажем «Амен». Да будет его великое имя во веки веков. Да будет благословенно, возвышено, превознесено, возвеличено и прославлено имя святого. Благословен он, хотя он превыше всех возможных благословений и песнопений, восхвалений и утешений, произносимых в мире, и скажем «Амен». Устанавливающий мир в высотах своих, да пошлет он мир нам и всему Израилю, и скажем «Амен». Сказать, что когда здесь идет провозглашение об Израиле, оно распространяется на каждого, кто посредством Машеха Иешуа присоединился к Божьим благословениям, которые он обещал своему народу. Сейчас мы заберем свитки. Везот атора ашер адонай масар леам Исраэль бияд Моше. Это та Тора, которую Господь передал Моисею, Израилю рукой Моисея. Адавар ния басар, вейшкон бетохейну, рав хесет веэмет, ваях арейхен, эшпохет рухи, аль кол басар. Etz chaimi
למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום אשיבנו אדוני אליך ונשוב חדש, חדש ימינו, חדש ימינו כקדם. Мы хотим воспеть песни хвалы Господу, и сегодня у нас группа прославления будет помогать нам. Давайте по домам тоже подсоединяться к прославлению. Слава Господу! Здорово после столько времени собраться вместе и вместе прославить Господа. Бабокер, БРФ, утром, вечером, в карантин, без карантина. Что бы ни было, мы будем славить Господа. Не в простые времена, псалмы говорят, душа моя, славь Господа, Давид пишет. Трудные времена. Но он говорит, душа моя, славь Господа. Даже если души не хочется, душа моя, славь Господа. Аллилуйя. Ракатарауй, 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 ракатарауй
Придут и склонятся перед Тобой и воздадут Тебе славу, честь и хвалу, великому всемогущему Господу, Богу Авраама, Исаака и Иакова. Пред Тобой склонится всякое колено небесных, земных и преисподних. Аллилуйя. Ve'ichabdu et shimcha. Kol goyim
вашего сына, я Бог Иштахаву, Лефанеха Адонай, Вейхабду, Вечимха. He got all that time. He got all that time. He got all that time. Хвалите Бога Небес, хвалите Того, кто превыше всего. В Тебе смысл жизни, в Тебе дыхание жизни, в Тебе любовь наша, Господи, святый, слава Тебе. Бога Небес, хвалите все, в ком дыхание, хвалите, Он наш Творец, хвалите, хвалите, хвалите Бога Небес, хвалите.
хвалите Бога небес, хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, о наш Творец, аллилуйя. Просим Тебя, гляди на эту землю, мы ждем Тебя, чтобы Ты пришел и исправил, чтобы Ты пришел и восстановил. Господи, мы жаждем, чтобы пришел этот окончательный тикун, окончательное восстановление. Боже, мы так жаждем Тебя, Господь, духу невесты говорят, гляди. О, мы ждем Тебя, говорим, Баруха Баба Шемата. О, благословен грядущего имя Господне.
Hashem Adonai, Alleluia. Благословен грядущий во имя Господне. Благословен Царь наш. Шаббат шалом, дорогие друзья. Спасибо большое группе прославления. Мы, даже те, которые, точнее некоторые, которые здесь находятся, я думаю, могли ощущать Божье присутствие. И сегодня у нас очень интересная, необычная тема, и поэтому я даже хочу, может быть, вас сейчас призвать всех встать, немножко ободриться, может быть, даже где-то потянуть ваши руки или ноги, может, у вас что-то свело за это время, вот, чтобы
Во время проповеди вы могли оставаться с нами. Если хотите, можете сделать для себя чашку кофе, чтобы быть бодрыми. Потому что тема, она действительно очень такая щепетливая. И те, которые даже знают, о чем я сегодня буду говорить, я уверен, находятся в таком ожидании, даже напряжении, я бы сказал. Давайте я хочу помолиться, и можете помолиться вместе со мной. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам Духа Святого, и Ты каждый день и всю нашу жизнь, которую мы идем с Тобою, Ты научаешь нас, назидаешь, наставляешь, даешь нам какие-то новые откровения в нашей жизни. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог мне передать то, что есть на сердце, и открыл сердца других для того, чтобы они могли принять и рассуждать, Господь. Я благодарю Тебя во имя Ишуа. Аминь. И, знаете, несколько лет назад, время на самом деле очень быстро бежит, мы сделали членство в нашей общине и даже написали определенные пункты, точнее устав такой нашей веры, во что мы верим. И некоторые пункты, они говорили о том, что мы должны вести святой образ жизни, и даже написаны были определенные ссылки, что как нам нужно, как верующим, правильно поступать. И знаете, в Писании есть места, которые очень понятны, то есть однозначны, но есть также и такие, которые не совсем понятны. Может быть, Писание вообще не говорит о определенной теме, определенном поступке, или говорит как-то вот так вот немного смутно, что мы можем интерпретировать. Например, как же нам поступать с курением? Можно ли делать пирсинг, наколки на нашем теле? Можно ли нам употреблять алкоголь? Как к этому всему относиться? Как нам относиться, может быть, к колдовству и различным гороскопам? Или к медицине, которая сегодня не является такой традиционной, а является альтернативной медициной, и действительно технология меняется, все меняется. Как нам быть со всем этим? И вот это вот моя тема, о которой я сегодня хочу поговорить. И я даже хочу сказать вначале, каждый из нас в тот момент, когда он пришел к Господу в определенной общине, в определенной культуре. И прежде чем мы делаем какие-то даже выводы, как нам относиться к тому или иному поступку, я думаю, мы должны, во-первых, брать действительно во внимание все то, о чем говорит нам Библия, как она нам, какие места Писания приводятся там. Во-вторых, учитывать вообще историю, а также и культуру, в которой мы живем. И я уверен, что у каждого из нас у нас есть свои, своего рода стереотипы, свои стигмы, которые мы несем из тех мест, в которых мы уверовали. И это все до сих пор влияет на нашу жизнь и влияет на наше понимание также Писаний и действий, как мы поступаем. И я хочу начать говорить о том, что Писание да, нам конкретно говорит, как поступать. И хочу начать с темы, которая называется гадания, гороскопы и разные виды колдовства. Вы можете вместе со мной открыть Второзаконие, 18 главу. 18 глава я прочитаю с 9 по 14 стих. «Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. Из-за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим, ибо народы сии, которые ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой». И когда мы читаем вот эти вот стихи, можно здесь увидеть две такие главные заповеди. Во-первых, Господь говорит, чтобы не было у тебя таких людей, и перечисляется вот целая куча разных названий: обаятель, прорицатель, гадатель. И мы сейчас с вами вместе поймем, о чем здесь идет речь. Но также не то, чтобы их не было, и чтобы ты этим не увлекался. Но также здесь есть заповедь, чтобы ты не ходил и не слушал их.
потому что именно за эти мерзости Господь изгнал те народы, которые здесь были. Не только то, что они делали, но то, что и другие обращались к ним. И он говорит, для тебя я избрал что-то другое. Если вы почитаете следующие стихи, написано, что я поставлю вам пророка, такого подобного Моисею, вот его слушайте. И мы знаем, кто этот пророк, это Иешуа, Мессия. И благодаря Иешуа мы сегодня также имеем Святого Духа, который может научать и наставлять нас. Я хочу вкратце пробежаться по вот тем названиям, которые мы видим. Здесь говорится о том, проводящий сына своего или дочь через огонь. Мы знаем, что раньше это было очень принято. Люди многие приносили в жертвы, особенно идолопоклонники, приносили в жертвы своих детей, сжигали их. И Господу было это настолько сильно отвратительно, Он не раз это говорит, что вы приносите детей Молоху, это неугодно в моих глазах. Я знаю, что сегодня в наше время этого среди верующих людей, среди Израиля этого просто нету. Есть какие-то, может быть, секты оккультные, которые до сих пор такое делают и да, приносят даже в жертву детей и воруют их, и непонятно, что происходит. И я думаю, есть очень много информации в интернете на эту тему. Но, в принципе, вот для нас сегодня это очень понятно, и любой разумный человек скажет, зачем мне своего сына или дочь отдавать. Кстати, многие спрашивают, есть интересное место в Писаниях, когда Итай и Офей, по-моему, на русском, если я не ошибаюсь. Он говорит, Господь, если ты мне поможешь в войне, то первое, что выйдет из моего дома, я принесу тебе в жертву. И вышла его дочь. Сначала Господь действительно помог и сделал. Вышла его дочь, и он как бы приносит ее в жертву. Написано, что он исполнил свой обет. И многие думают, может быть, он ее просто отдал. И она была все время девственницей и не имела мужа. На самом деле он, да, скорее всего, действительно ее принес. И это было очень-очень распространено в то время. То есть когда и среди даже Израиля, и среди язычников, идолопоклонников, когда они видели, что ты находишься в ситуации, что ты просто бессилен, ты ничего не можешь сделать, тогда они прибегали к своим богам и готовы были отдать самое-самое дорогое, что у них есть. И тогда вот какие-то внешние силы тогда вмешивались, и практически всегда происходило действительно вот это вот вмешательство, и они получали победу. То же самое было с Итаем. Он знал, на что он идет, он знал это заранее, и можно осудить его, можно сказать, что это за ерунда, но иногда человеком движет действительно какая-то власть, эгоизм, достижение чего-то великого, но иногда ты можешь сказать, окей, ради всего народа, чтобы не было большого поражения, ты готов принести что-то одно. То есть я не знаю, что там точно происходило у этого человека. Но давайте подвинемся дальше. Здесь следующее, о ком говорится, да не будет у тебя прорицатель. На иврите это звучит косем ксамим. В сегодняшнем современном иврите косем это значит фокусник. Но здесь говорится прорицатель. Это был человек, который предсказывал будущее с помощью различных методов, можно сказать, колдовства, с разных методов, которые считались такими необъяснимыми и нерациональными. Он предсказывал, что же должно произойти. Это не то, что как невуа, то, что мы называем пророчеством, Леон на прошлой неделе говорил о пророчествах, то здесь было что-то другое, было какое-то вмешательство, можно сказать, демоническое или каких-то других сил. Это вот был прорицатель. И написано потом дальше «гадатель». Интересно, да, вот мы когда думаем «гадатель», на русском ты читаешь «гадатель», мы говорим, окей, может, это кто-то там на картах гадает, может, там на какой-то кофейной гуще или разные-разные способы гадания. На самом деле, и иврит, он дает нам более точную фразу, и что имеется в виду здесь? Кто такой гадатель? На иврите это звучит как меонен. От слова инун, или мы знаем слово аноним, небеса. И гадатель, здесь речь идет о человеке, который по предсказанию звезд, он говорил, что стоит человеку сделать, а что не стоит. Благоприятное ли это время или неблагоприятное для определенных действий. И сегодня мы можем это очень сильно увидеть в гороскопах, когда ты вдруг читаешь и ты видишь, о, рак,
тебе сегодня стоит вложить деньги, а ты, козерог, я не знаю, тебе стоит примириться со своими близкими, а рыбам вообще стоит не выходить из дома, с ними случится что-то страшное и ужасное. Это примерно было то же самое. Люди ходили вот к таким вот гадателям, и они им прорицали, они им говорили, что им стоит делать, что и не стоит. Поэтому вот сегодня такое вот отношение к гороскопам, мы можем сказать, оно противно Господу, оно неугодно Ему. И не стоит вам ходить к разным таким гадателям или заглядывать сегодня в интернет, где очень-очень много информации на эту тему, и искать чего-то, что вам стоит, а что не стоит. Написано, для тебя Господь предопределил что-то другое. Слушай Господа, слушай Святого Духа, слушай Писание, они тебя будут наставлять и научать. Дальше мы читаем, здесь есть ворожей. Это человек, который определял также при помощи происходящего вокруг себя каких-то знаков, он определял, что также стоит сделать человеку или не стоит, что с ним произойдет дальше. На иврите это звучит как «менахеш», то есть он угадывал, предугадывал какие-то действия, которые должны произойти. И если мы это переводим сегодня на наше время, это очень сильно похоже примерно как на суеверие. Многие люди говорят: «Ой, черная кошка пробежала, все, лучше мне вернуться домой, сегодня будет плохой день». То есть ты увидел какой-то знак, и соответственно этого знака ты начинаешь делать определенные действия. Раньше это происходило по-другому, то есть человек приходил к этому ворожею, и он при помощи определенных знаков, вопросов, он говорил тебе, что тебе стоит сделать. То есть это тоже тема очень такая щепетливая, и мы можем увидеть здесь и понять даже для нас сегодня, что в суеверии и нету ничего божественного, и это также не угодно Господу. Следующий здесь написано «чародей». Кто же такой чародей? Чародей — это можно перевести по-другому, на иврите это звучит как «мехашев» или «ведьма», «ведьма», «ведьмак», по-разному можно это говорить. И в Писании есть также повеление, где написано «ворожея не оставляй в живых». С одной стороны, мы говорим «чародей», русский переводит как «ворожея не оставляй в живых». На иврите опять-таки употребляется тоже слово «ведьму», «не оставляй в живых». И мы знаем, что на протяжении многих столетий преследовали разных ведьм и садили их на кол, и сжигали их на кострах. И знаете, что самое интересное, и церковь это делала постоянно, самое интересное, что многие из этих жертв, они были невинны. Почему они были невинны? Потому что если человек, он обладал чуть большими знаниями, теми знаниями, которые на тот момент не могли объяснить, его сразу же считали ведьмой или ведьмаком, и сразу же нужно было отправить на костер. То есть многие вещи, которые необъяснимы были раньше, которым и не поддавались науке, рациональному какому-то объяснению, фактам, сразу считалось чем-то демоническим. И даже на сегодняшний момент это не сильно изменилось. Я думаю, у нас до сих пор есть такие стереотипы в голове, когда мы видим что-то, что мы не можем объяснить, что наука еще не доказала, мы сразу пытаемся это как-то ассоциировать с какими-то демоническими нечистыми силами. И, к сожалению, это не всегда так. Поэтому вот это то, что происходило с ведьмами. Ну и дальше здесь есть разные обаятели, вызывающие духов, волшебники, вопрошающие мертвых. Короче, все вот, это было мерзость перед Господом. И Библия, она конкретно говорит, что все это полностью запрещено и неугодно. И наказание было за определенные поступки, была смерть. А если ты даже ходил к таким людям, вопрошал их, и даже не обязательно, что ты следовал их указаниям, за это ты тоже как бы наказывался, и это также считалось нечестием каким-то и грязью для Господа. Поэтому, если мы сегодня, опять-таки, я возвращаюсь, говорим о разных гороскопах, суеверии, то не стоит, друзья, в этом вам всем участвовать. И если я, кстати, стал говорить уже о гадателях, как я сказал в начале, косем к самим, в сегодняшнем переводе, как я сказал, что косем — это фокусник. И мы знаем, что время изменилось, и технология изменилась. Я хочу также здесь дать
такой мабат, вид, как на это смотрит иудаизм. На протяжении многих лет и практически до сегодняшнего дня фокусы, то есть обычные фокусы, как сегодня выступает какой-нибудь там Дэвид Копперфильд или другие разные фокусники, по иудаизму это было запрещено, это было не принято, это считалось также и нечистым, и считалось мерзостью. Но уже ближе к нашим временам, когда фокусники, они стали уже говорить, показывать свои фокусы, как они это делают, как они их раскрывают, что нету там какой-то сверхмогучей силы, хотя раньше они даже сами об этом говорили, что пытались сделать из этого что-то такое скрытое, необычное, таинственное. Многие сегодня говорят, что это просто технология, это зрезут ядаем, ловкость рук. И рабаним говорят, что в принципе можно даже там позвать, например, к себе, там, я не знаю, на свадьбу, на день рождения человека, фокусника, но при условии, что он сразу изначально скажет, что все, что он делает, это не является какой-то магией, это ловкость рук, нету там никакого обмана, и что это может делать, в принципе, каждый человек, если будет заниматься, тренироваться. То есть начали где-то разрешать вот это вот. Это вот так вот на это смотрит как бы иудаизм сегодня. И если мы также говорили немножко о гадании, хочу затронуть тему карт. Я знаю, что это тоже очень такая тема, и многие, когда просто даже слышат это слово, их начинает всех корежить. Я вот за последнюю неделю очень много пытался изучить эту тему, изучить историю карт. И знаете, есть много разных мнений, но практически видно из истории карт, что начало их было очень простым. То есть карты сделались и в Китае было, и даже потом во Франции, в Италии, и в Россию вошли. И начальное их предназначение было очень простое. Они были сделаны для развлечения и больше не для чего другого. И многие также говорят, окей, а что же значат вот эти вот карты? Допустим, если мы говорим о картах, которые сегодня стандартная такая колода, король, дама, я не знаю, там разные масти. Может быть, это какие-то сатанинские символы, может, в этом есть что-то ужасное и плохое. И были даже такие, и можно найти это и в Википедии, и высказывания, что вот эти вот масти, они означали то, как поступили с Христом, что, я не знаю, там одна масть крести, это означало крест Христовый, там пики означали копье, которым им прогнули, гвозди, которым пробивали Иешуа. Но вот эта версия, она полностью как бы не была обоснована, она не доказана в истории, и нету никаких вообще подтверждений, что это так. Скорее всего, эта версия была разработана для того, чтобы пресечь азартные игры, которые происходили даже среди монахов, то есть я имею в виду христиан, монахов в храмах и многих других людей. Но если смотреть конкретно по истории, как развивались карты, та колода, которую мы сегодня даже имеем, то все персонажи это были реальные люди, и многие из них были очень известны нам сегодня, как царь Давид, как Юдит, о которой говорится в Писании, в Библии, пророчица. Она, то есть ее был портрет, она была дамой червей, царь Давид был королем крестей, Александр Македонский, Наполеон и многие-многие другие известные личности. И со временем, когда проходила одна культура в другую, то стали рисовать опять-таки других очень известных личностей. И так продолжалось дальше, даже до сегодняшнего времени. И например, те масти, которые изображены на картах, это были раньше, это были совсем другие, можно сказать, рисунки, это были оружия, это были динарии, кубки. Вот так вот оно развивалось, и в конце концов перешло то, что мы имеем сегодня, и это были рыцарские принадлежности, то есть копье, меч, и герб разный, который вот получали рыцари, и также щит. Поэтому в самих картах, то есть вот в их основе, в их рисунках нету, рассматривая историю, согласно истории, нету ничего плохого, ничего страшного и ничего сатанинского. Где же возникает проблема? Проблема возникает в том, что вот эти вот карты зачастую использовались и вели человека к азарту, к разрушению его семьи, и к разным спорам, к потере друзей, жен, возлюбленных и, я не знаю, даже своих детей. Поэтому
И с одной стороны играли все, и даже верующие, и неверующие, и христиане, и люди богатые, и бедные. И с другой стороны это было также проблемой. Поэтому как нам сегодня относиться к картам? Я думаю, это должен решить каждый сам для себя. И опять-таки говорю, у нас есть определенные стереотипы, в которых мы выросли, определенные в общины, из которых мы вышли, где-то в каких-то общин накрасить сегодня губы, накрасить на тот момент губы или глаза, это было просто неприемлемо и возмутимо очень. Но сегодня мы смотрим, например, большинство верующих, не во всех опять-таки общинах, в некоторых так оно и осталось, но все-таки какие-то вещи меняются, взгляды меняются. Поэтому это каждый по своему устроению и усмотрению. Скажу еще, кстати, что-то, что зачастую даже вещи, которые Писание нам не говорит ничего о них, или, может быть, даже ободряет или одобряет, но есть устав во внутренней общине, что к тебе говорят, не ходи в штанах, это запрещено, или там, не пользуйся косметикой, это запрещено. И вот человек, когда он сидит, например, девушка, общается со своей подругой, и вдруг та убеждает ее, давай покрасим губы. И та красит, и она чувствует невероятное осуждение, что она совершила ужаснейший грех. Хотя Писание об этом ничего плохого не говорит. Но она это чувствует в своем сердце. И она чувствует осуждение. Почему так происходит? Потому что она нарушила принципы своей веры. И может быть в самой покраске нет вообще никакого греха. Но то, что ты нарушаешь принципы своей веры, вот в этом есть грех. Поэтому если вы верите и нарушаете чего-то, вот это вот неправильно, и Богу это тоже не угодно. Поэтому если вы выстроили определенные принципы, вы живете по определенным уставам, то соблюдайте их. Но самое главное, не надо соблазнять никого и обвинять никого. Хорошо, давайте двинемся дальше. Хочу поговорить немножко на тему тату. Тату, наколки. И прочитаю Левит, 19 глава, с 26 по 28 стих. «Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте, не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делай нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь». И если мы говорим о наколках, письмена на теле нашем, несмотря на то, что вот это вот повеление стоит здесь вместе с повелением, где говорится «не делай нарезов о умершем», то вот эта вот заповедь, она не относится только к умершему. То есть речь идет обо всех видах письмен. И главное здесь вот этот вот смысл или главная заповедь, она в том, чтобы мы не поступали так, как раньше поступали язычники. И действительно, в то время, во время Исаии, может быть, даже до него и перед ним, было очень много разных людей, которые выкалывали на себе, кроме того, что в память о умершем, они выкалывали имена или какие-то рисунки богов, которым они служат и которым они принадлежат. То есть таким образом, сразу смотря на человека, можно было увидеть, какой секте, какому культу он принадлежит. То есть это было сразу очень-очень визуально, что это поклонитель, я не знаю, Ваала, это поклонитель еще кого-то. И вот Господь поэтому он говорит, что не делай то, что делали язычники, это мне не угодно. Но с другой стороны, есть интересное место, есть интересные стихи в Исаии, когда он пророчествует в 44 стихе, главе, 5 стих, он говорит, «Один скажет, я Господень, другой назовется именем Иакова, а иной напишет рукою своею «Я Господень» и призовется именем Израиля». И когда мы читаем на русском, смысл здесь немножко другой. Я хочу обратить ваше внимание на стихи, где написано «А иной напишет рукою своею «Я Господень». На иврите это звучит, что «один напишет рукою «принадлежу Господу». И многие переводы, очень много переводов, они говорят «напишет на руке своей, я принадлежу Господу». И во время Исаии были такие люди, которые они выкалывали имя Господа, на своей руке было написано «я принадлежу Господу». И вот это вот согласно раввинам, первым раввинам,
это разрешалось делать, потому что Господь, когда Он говорит, не делай так, как делали язычники, я Господь. Только я Господь, только мне можно поклоняться, можно сделать только мое имя. То есть вот такая вот была интерпретация, и поэтому они где-то вот разрешали имя Господа писать. Но впоследствии практически все в иудаизме сказали, что наколки – это просто асур, это нельзя, и это неправильно. И неважно, если ты писал что-то или ты делал рисунок. Все вот это называлось письмом, все это называлось, что ты что-то пишешь. И что вообще имеется в виду, когда речь идет о наколках? Это когда у тебя совмещаются две вещи. Первое – это вот этот рисунок какой-то или слова, которые написаны у тебя. А второе – это прокол самого тела. Когда вот есть совмещение вот этих двух вещей, оно называлось письмена на теле, наколки, и это запрещено до сегодняшнего дня, я думаю, как в иудаизме, так и в христианстве. И я думаю, здесь также возникает иногда вопрос, многие говорят, окей, а вот дети маленькие, они бегают, им там хоп, такую наклейку наклеили, типа наколки. Или женщины спрашивают, что есть такая наколка, которая держится очень-очень долгое время, хина называется, можно ли ее делать или нет. То есть, в принципе, нету запрета на это, из-за того, что она временная, и она может смыться, на это не было никогда запрета. И нету прокола как бы тела, поэтому оно было разрешено. И если вот так вот подытожить, то тату, оно запрещено на сегодняшний день как бы по всем вот аллахот. И пирсинг, очень интересная тема. Писание нам немало на самом деле говорят про пирсинг, и мы можем увидеть несколько мест в Писании, где люди носили сережки, в этом не было никакой проблемы. И Писание нам показывает, на самом деле, два вида, скажем так, пирсинга. Это сережки в ушах и кольцо в носу. Я хочу прочитать Исход 32 глава, 2 стих. «И сказал им Аарон, выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне». То есть люди, которые вышли из Египта, они носили серьги, то есть народ Израиля, мы видим это даже потом, Моше также призывает их жертвовать на скинию, вот серьги, которые у них есть. Что самое интересное, мы видим, что здесь серьги, они находятся не только у жен, но даже и у мужчин. И скажу вам честно, вот лично я даже до сегодняшнего дня очень и скептически, и негативно относился к тому, когда я видел, что вдруг у парня он идет с сережкой. Меня просто коробило всего. И даже до сегодняшнего дня меня чуть-чуть коробит, хотя я уже немного смотрю на это по-другому. Но вот здесь мы видим, что даже и мужчины, и женщины, они носили серьги. Мы видим, что измаильтяне, они вообще были все в серьгах заделаны золотые, когда вот война шла, все время у них их забирали, и в Гидон это делали, и многие другие цари. Вот, поэтому как бы это было приемлемо, и в этом не было ничего плохого. Мы знаем, как Элиазар, раб Авраама, он подарил Ривке и серьги, и запястья, и браслеты разные, и как бы в этом не было ничего плохого делать серьги в ушах. Второе, то, что я сказал, мы видим серьга в нос. И знаете, для меня это было немножко откровением, когда я собрал все места Писания, увидел, что имеется в виду или подразумевается, когда речь идет о серьге в носу. Я прочитаю из Иезекииля. «И приходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрилия рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. И дал тебе кольцо на твой нос, и серьги к ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец». Все такое вот описание, когда Господь, Он говорит это про Израиль, как будто Он ее нашел, как женщину, которая была в пустыне, в кровях, и Он ее берет себе. Он ее берет себе в жены, ты стала моею, ты принадлежишь мне. И он ей дает разные украшения и серьгу в нос. То есть если мы смотрим только на этот стих, как бы, ну мы видим, окей, может быть серьга в нос это являлось просто простым украшением, и в этом не было ничего как бы такого странного. Но когда смотрим другие места в Писании, мы видим, что серьга в носу, она обозначала что-то. И
Например, в Иове написано, можешь ли ты удою вытащить Левиатана и веревку схватить его за язык? Вденешь ли кольцо в ноздри его? Проколешь ли иглою челюсть его? Будет он ли многим умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? То есть здесь мы видим еще такое одно место. Там Господь стал как бы начальствующим, стал Бааль, муж, и положил кольцо. Здесь то же самое. Я тебе одену кольцо. Можешь ли ты ему одеть кольцо, чтобы он стал рабом твоим? В Исаии и в царствах, в первом царстве, также есть подобные стихи. «За твою дерзость против меня и за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твои и удила мои в рот твой и возвращу тебя назад той же дорогу, которую ты пришел». То есть, если мы собираем вместе вот эти вот все стихи, можно увидеть, что кольцо в нос, оно примерно символизировало рабство. Оно символизировало то, что ты кому-то принадлежишь, и он тобою владеет. Да, возможно, это было красиво, это было приятно, но это был также определенный символ. И если мы сегодня говорим о пирсинге, то хочу показать вам также точку зрения иудаизма. В принципе, наше тело, оно... Об этом также и Новый Завет говорит. Оно не принадлежит нам, оно принадлежит Творцу и дано нам всего лишь на время здесь. И он говорит, вы храм Святого Духа, будьте святы и чтите этот храм. Кто разорит храм, того покарает Господь. И поэтому то, что мы делаем, если мы портим наше тело, оно принадлежит Господу, то это не совсем правильно. Но мы делаем это для красоты. И если ты это делаешь для красоты, то в принципе это разрешено, и нету в этом ничего плохого. Но какое действительно у тебя побуждение? Если ты сделал сережки в уши, окей, хорошо. Ты можешь сказать, ладно, я не буду делать кольцо себе в нос. Я сделаю такую маленькую сережечку. Это же для красоты, что в этом плохого? А может быть, сделать лучше всего на пупке? Это еще красивее. И действительно многие об этом думают. Или на языке, или в брови, или еще где-то. И вот здесь как бы встает вот такой вот вопрос, действительно, можно или нет? Знаете, в ушах это самое безопасное место. Когда ты начинаешь делать в носу, в языке, в пупе, это очень-очень болезненно. И вот здесь встает вот такой вопрос. Вот с одной стороны ты говоришь, ради красоты, можно, нет проблем. Но с другой стороны ты причиняешь намного сильную боль, сильнейшую боль для самого себя. Если ты сделал в пупе, женщина поставила себе кольцо какую-то эту. А для чего? То есть тебе нельзя оголять свое тело. Тебе нельзя показывать свой живот другим мужчинам, а женщинам тоже нету в этом никакого смысла. Зачем тебе делать на пупе какую-то серьгу или колечко, если ты его все время закрываешь? Хорошо, если тебе это нравится, ты можешь сделать. Сделай это, только никому это не показывай, потому что как бы нельзя оголяться. Вот. И надо понимать, что тобою движет. Если тобою движет действительно просто красота, ты хочешь себе сделать серьгу в ушах, может быть, даже в носу, у тебя есть на это право. Я просто хочу сказать вам, то есть это не запрещено. По Торе это можно и разрешено. Но подумай, что влечет тебя, что движет тобою. Может, ты хочешь подняться в статусе, может, ты хочешь быть похожим на кого-то и быть копией кого-то. То есть, что ведет твое? Или это просто красота? Задумайся о том, соблазняешь ли ты кого-то своим действием или нет. И пусть Господь даст тебе откровение, угодно это ему или нет, и поступай по своему сердцу. Также хочу затронуть, вижу, у нас время поджимает, хочу затронуть еще тему курения. То есть, курение вообще не написано в Писании. То есть мы не видим, это действительно очень-очень серая зона, то есть о которой Писание ничего не говорит. И я вам расскажу такую историю, которая со мной случилась. Я уже был верующим, мы поехали на семинар пастырей, международный семинар мессианских русскоязычных пастырей, который проходил в Иерусалиме. И я, Леон, вот мы туда приехали, и нас расселяли по комнатам. И вот ко мне подходит то есть человек, который был за это ответственный, и говорит, ты как бы не против, если мы тебя поселим в комнату для курящих? Я так,
Для меня это было просто шоком. Я ему говорю, что значит в комнату для курящих? Он говорит, ну, мы, говорит, людей селим по два, по три человека, и как бы твой, ну, тот, кто будет с тобой жить, он как бы курит. Ты не против? Я просто был немного ошарашен, я был как бы не в себе, потерял на время дар речи, потому что для меня курение, как раньше, так в принципе и сегодня, это было просто неприемлемо, опять-таки для меня лично. Вот. Ну я сказал, ну ладно, хорошо. Потом как бы я увидел человека, который со мной там вот был, тоже он выглядел немножко странно для меня, вот с такими волосами. Он был какой-то репортер на радио в Москве, не помню, как его звали, это не важно. И вот он курил, он был верующий, и как бы для него это было нормально. То есть, когда я с ним говорил, ну, я не знаю, может быть, он только как-то приближался к Господу. То есть, я не понял, честно говоря, его роль, его истинную веру или неистинную веру. Но как бы для меня вот это вот все было странно. И, то есть, Писание, мы видим, не говорит нам о курении. И я знаю, что многие, не многие, некоторые верующие, некоторые, то есть в разных странах, в разных культурах, для них это вообще приемлемо. Они могут курить трубку, они могут курить какие-то сигары и не видят в этом вообще никакой как бы проблемы. И я сказал, что, возможно, культуру нам действительно нужно учитывать, откуда ты пришел. И осуждает ли тебя Господь за это или нет. Но я хочу показать как бы в Писании тоже несколько, можно сказать, таких вот примеров, которые говорят нам, в окружную так о курении. Мы все знаем, и это полностью сегодня доказано, что курение, оно вредит здоровью, что от курения также может развиваться какие-то раковые заболевания. И, кстати, я посмотрел такую небольшую статистику, что человек, то есть в сигаретах находятся радиационные вещества, и человек, который выкуривает пачку сигарет в день, он получает в 7 раз... в 7 раз дозу, превышенную нормативным. То есть в 7 раз, что просто в протяжении многих лет как бы разрушает его тело. То есть с одной стороны мы видим, что оно вредит. Оно вредит. Мы, ну конечно, можем, конечно, сказать, ну так не только курение вредит, я не знаю, сколько сахара мы едим, а может мы на кофеине сидим, то есть или еще чего-то. Тоже многие вещи вредят нашему телу. Так как бы что, это тоже грех? Я думаю, здесь мы должны опять-таки относиться ко всему с определенными пропорциями, потому что проблема, что когда ты куришь, ты вредишь не только своему телу, ты вредишь еще и своему соседу. И это намного проблематичнее, чем ты съел какую-то булочку или что-то, что ты любишь много сахара. Другая вещь, которую мы можем увидеть от курения, оно ведет к привыканию. И вот в этом вот, кстати, есть проблема. Один человек, он пришел к верующему пастору, он ему сказал, скажи, пожалуйста, курить это грех? Он ему говорит, нет, курить не грех. Он говорит, а можешь не курить? Он говорит, нет, не могу. Он говорит, а вот это грех. То есть, когда у нас есть зависимость к чему-то, это действительно неправильно и ненормально. И Павел говорит, все мне позволительно, но ничего не должно обладать мною. Когда какая-то вещь начинает тобой обладать, когда ты начинаешь быть привязан к ней, это очень плохо. Это действительно, можно сказать, считается грехом. И не только курение, есть даже очень простые мелочные вещи в нашей жизни, о которых, может быть, мы не задумываемся. Мы можем сидеть на кофеине, и ты не можешь с него просто слезть, или ты можешь привыкнуть еще к чему-то. Мы видим в Писании, Новый Завет, он очень категорически относится к обжорству. Когда ты ешь, 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 и у тебя нету контроля, ты не можешь с этим совладать. Он называет это грех и говорит даже, что Царствие Божие не наследует. То есть вот это вот любой вид, который у тебя вызывает привыкание, и ты не можешь это контролировать, но оно начинает контролировать тобою, это не есть хорошо. И еще можно такой пример привести, который я услышал у одного человека. Он говорит, с чем обычно ассоциируется курение? То есть вот эта вот ассоциация, когда ты смотришь на людей в большей мере, да, я не говорю, что там какие-то группки, но в большинстве те, которые курят, обычно это люди, которые они не верят в Бога. Они живут своей жизнью, они далеки от Бога, и они уходят от Бога. То есть вот это вот тоже какая-то такая вот не совсем как бы хорошая ассоциация, которую мы видим по отношению к курению. Поэтому мое личное мнение, мое,
многие могут со мной не согласиться. Курение – это нехорошо, это неправильно, и следует воздержаться от этого. Но если вдруг вы получили какое-то другое откровение, чувствуете себя с этим нормально, то пусть Господь вам покажет, и поступайте по своему сердцу. Написано, что если сердце осуждает тебя, то тем более Господь. А если ты чувствуешь с этим беседер и нету никакого осуждения, то поступай, как ты знаешь. Самое главное, чтобы не было соблазна также для другого. Хотел, еще у меня осталась последняя тема, я думаю, которой я закончу. Это тема алкоголя. И в Писании есть также очень много мест, которые говорят, с одной стороны, о вине и говорят о алкогольных напитках. Многие спросят, что это за алкогольные напитки. И в Писании это называется секера. Секера. Приведу вам один из примеров. Второзаконие, 14 глава, 26 стих. Бог говорит, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя. Волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя. Ешь перед Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. В притчах написано, что дай секеру человеку, который погибающему, и вино огорченному душою, пусть он выпьет и забудет вот о своем горе. То есть что-то, чтобы как-то поддержать человека. Мы видим, что в Писании, где даже сам Иешуа, он пил вино, вечеря Господня. Мы видим его первое чудо, которое он совершил. То есть я думаю, что если бы он был против вина и проповедовал обратное, то он не стал бы делать такого чуда и давать всем вина. То есть в употреблении вина не было как бы ничего плохого и даже спиртных напитков. Но где, да, возникает проблема? Мы видим также и отрицательные места в Писании, особенно в Исаии, где Господь укоряет через него народ, укоряет пастырей. И написано, но и эти шатаются от вина и сбиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков. Побеждены вином, обезумели от секеры. Видения ошибаются, в суждении спотыкаются. То есть мы видим какие-то хорошие, положительные моменты, где Бог разрешает. С другой стороны, мы видим отрицательные примеры. Как же поступать нам? Что же нам с этим делать? И я думаю, как Новый Завет, так и Ветхий Завет дают нам очень хороший пример и наставление. Написано, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом, потому что от вина бывает распутство. А в притчах написано, вино гумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен. Опять-таки мы возвращаемся к тому, что когда у тебя есть зависимость, когда у тебя есть зависимость от алкоголя, ты не можешь уже его не пить, ты увлекаешься, то вот здесь происходит проблема. Когда ты вдруг твоей целью становится сама выпивка, вот здесь вот проблема. Это уже говорит, может быть, о начальной зависимости. Когда ты собираешься со своими друзьями для того, чтобы выпить, и это является целью, вот здесь вот начинается проблема. Цель становится главной. Это выпить, выпить и выпить. Это зависимость. Или это ведет к зависимости. Это начало, может быть, пути. А может быть, ты уже на самом деле зависимый. И это никак не поощряется Писанием и говорит, что это очень-очень плохо. И опять-таки мы видим, что Бог осуждает такие поступки. Опять-таки в Исаии очень много об этом написано, что люди говорят, давайте придем, приходите, говорят, я достану вина, и мы напьемся секиры, и завтра тоже будет, что сегодня, да и еще больше. То есть вот эта вот зависимость, которая вдруг образовалась у человека, она ведет его к чему-то нехорошему. И Новый Завет нам говорит конкретно, что пьяницы, там блудники разные, еще что-то, пьяницы, они Царствия Божьего не наследуют. И это неправильно и неугодно Богу. И конечно, есть еще одна тема, которую я хотел поднять, но упущу ее сегодня, это альтернативная медицина. Но хочу подытожить просто о том, о чем я говорил сегодня. То есть колдовство, гадание, разные виды гороскопов, и то есть все, что с этим связано, это однозначно запрещено. Наколки, тату, то, что мы называем, это тоже запрещено. Пирсинг.
И можно это делать для красоты, в этом нету ничего как бы запретного. И я бы посоветовал, кроме ушей, не делать пирсинг больше нигде, но если вы чувствуете себя с этим опять-таки нормально, вас сердце не осуждает, то вы можете это делать, но главное опять-таки, чтобы вы не повлияли на другого и не стали для него преткновением, чтобы не были соблазном для другого человека. Курение. Как я уже сказал, Писание только намекает на то, что это нехорошо. Мое личное мнение, что курение — это неправильно, это плохо, это грех. И опять-таки, если вы получили какое-то другое откровение, сердце вас в этом не осуждает, можете поступать как хотите, но не забывать о том, чтобы вы опять-таки не стали преткновением для многих братьев и сестер, которые увидят вдруг вас и соблазнятся от этого. Алкоголь допустимо, но без пьянства, без упивания. И если вдруг даже ты иногда выпиваешь какую-то маленькую дозу, и оно ведет тебя к распутству, об этом повторяет нам Писание, или оно ведет тебя к зависимости, то стоит полностью воздержаться от употребления алкоголя. Поэтому хочу закончить словами, которые написаны в Новом Завете. Как говорил апостол Павел, он говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных или для ближнего». Один различает дни, другой не различает дни. Поэтому хочу сказать, друзья, вот эти вот две вещи, они очень важны, чтобы мы не стали судьями и не осудили того, который, может быть, что-то делает, и он считает, что это нормально и что это правильно. Он не получил откровения от Господа, и его сердце не осуждает его за это, чтобы мы не сделались судьями такого человека. И вторая вещь, чтобы мы не стали преткновением для немощных или для наших близких верующих людей, которые находятся вокруг нас. То есть, спасибо и будьте благословенны. Леон, пожалуйста. Спасибо большое, Дима. Дима выбрал непростую тему, можно сказать, даже немного провокационную тему. И я рад тому, что он начал об этом говорить, потому что, я думаю, каждый или каждая группа, каждая поместная община в определенной мере должны как бы двигаться так, как им это удобно или как в их среде понимается. Я хочу сказать, на прошлой неделе мы встречались с Димой, с Ицхаком, и мы рассуждали, обсуждали эти темы, и у нас не было между друг другом во всех вещах консенсуса. Но я хочу сказать несколько вещей, которые должны нас направить на обдумывание данных вещей, потому что они являются частью нашей части нашей жизни. Это чтобы вы перед служением не забегали срочно в туалет вытащить пирсинги из языка или во время собрания не выскакивали перекурить сигаретку. Я прочитаю два места Писания. У меня нет никакой идеи сейчас сделать вторую проповедь, но просто несколько мыслей. Евреям 10:22. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, укреплением, очистив сердца от порочной совести, омыв тело водой чистой». Евреям 10 глава. Ефесянам 4 глава, с 24 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Знаете, во-первых, когда то было прошлое, там люди, статуи со всякими этими вещами, и я могу только представить, насколько это все болезненно сводить и все такое, у меня нету, слава Богу, Бог миловал. Я думаю, что жертва Машиаха, ну все, перекрыла это. И сейчас человек, наверное, эти вещи смотрит и говорит: «Вау, какой я был далекий от истины, что я все это делал. Сейчас это пусть будет свидетельством моего прежнего образа и в том, что я изменился. Пусть люди по мне скажут, что я изменился». Друзья,
Писание на некоторые вещи говорят очень четко и однозначно. Вот Дима рассказывал про гадание или про волшебство и про всякие мерзости. Другие вещи, они находятся в так называемой серой зоне. И здесь, вот как он говорил, культурный аспект, религиозный, традиционный, поместный аспект, он много чего влияет. И вы знаете, в еврейской традиции, в иудаизме сложилось такое выражение, как «аллаха», или записанный свод правил, как жить. Я очень сомневаюсь, что даже узкие религиозные группы живут сейчас по той аллахе, как жить. Некоторые стараются, что-то получается, что-то нет. Некоторые только видят какие-то образы. Но в поместных общинах это вполне приемлемо, когда определяется, у нас в общине не курят, или у нас в общине не делают, или делают, или. И опять-таки, вот тот принцип, который Дима сказал, чтобы не искусить, не соблазнить брата своего. Это очень важно. И вот знаете, вся эта идея, мессианское движение достаточно новое. И я слышу, больше и больше восходит разговоров о той же самой Аллахе, или как жить в своде доступного и недоступного в среде мессианских, нашей мессианской Аллахе. Может быть, Господь сподобит нас, или лидеров, или каких-то умных людей, начать говорить на эту тему более открыто, чтобы человек, присоединяющийся к общине, знал, какие общие устои. Я лично, вот по своим собственным взглядам, хотел бы больше доверять совести и выбору каждого человека, который сам себе пред Господом, чтобы он почувствовал от Господа, что правильно, что нельзя, но, к сожалению, некоторые ведут себя достаточно, ну, игнорирующие других, и тут иногда нужно подойти и подсказать. Для того написано: «И вы поставлены учителями и наставниками». Короче говоря, тема была хорошая, потому что многие могут подумать, а как я к этому отношусь? А как я отношусь? Может быть, я провоцирую кого-то? Или, может быть, он провоцирует меня, и мне нужно поговорить с братом моим? Как мы живем? Насколько мы являемся светом? Насколько вера, свет, желание, надежда, обновление могут струиться и через нас для других людей? Прошу вас быть открытыми к такому мысли. И я вот читаю некоторые комменты, на некоторые я ответил уже, там говорят, так что мне и так? Никто вам не говорит, делайте, как вы чувствуете пред Господом, но учитывайте ваше влияние духовное на других людей, ваше свидетельство, потому что мы призваны быть светом и солью. Я повторю слова Иешуа, то что соль, она не теряет силы. Если вы призваны быть солью, солите. Если она теряет силы, то ее там написано в Новом Завете выбросить. Или да светит свет ваш, и чтобы вас было видно подобно городу, который стоит на горе. Я хочу вот с этими позитивными словами закончить данный разговор. Я хочу сказать еще раз, мы все находимся в странное время, в уповании пред Господом, что в один день Он заступит и остановит эту пандемию. Будем молиться о ближних наших. Я прошу вас, каждого, быть на связи с друзьями, переговариваться, одобрять. Если некоторые люди слишком одиноки, звоните им. Или вы, те, кто чувствует себя одиноким, не ждите, что только вам должны позвонить. Вы тоже звоните, выходите на связь, потому что таким образом можно восстановить общение, хотя бы компенсировать, вместо того, что лицом к лицу. Слава Богу, мы в Израиле потихонечку начали выходить с карантина, пока еще, ну, основное все закрыто. Некоторые, наоборот, страны стали заходить в карантин, та же Франция, Италия. Я знаю, что в России ситуация сложнее стала. Мы хотим молиться, чтобы Господь помогал всем нам, чтобы Господь помогал и поддержал нас и наших близких быть светом и защитил от этой болезни. Я хочу сказать, друзья, любим вас, пытаемся делать, вот сегодня был прокол с Ютубом, мы все равно это записываем, выставим на Ютуб, и надеюсь, что до следующего раза мы все это решим. Я хочу пригласить тех, кто еще не подписан, вы можете заходить к нам на, ко мне на домашнюю группу, я каждую среду вечером, Йом Рви'и,
Шева Баэра в 7 вечера веду ее. И также я хочу ободрить всех вас участвовать в пожертвованиях для того, чтобы мы могли продолжать служить внешним людям и благословлять их через гуманитарные самые разные проекты. Особенно это слово обращено к членам мессианской общины Шавей Цион, по местным членам, но люди из-за границы, которые подключаются, вы тоже приглашены. Ссылка есть под этим видео. Я сейчас хочу закончить молитвой и Бирката Коганим. Давайте все встанем и совершим это вместе. Небесный Отец, Ты источник всякой праведности, и Ты источник всякой премудрости. Ты тот, который побуждаешь нас приближаться к Тебе. И Ты тот, который изменяешь нас. Я прошу Тебя, Господь, чтобы трансформирующая сила, которого из человека грязного делает человека чистого, светом Господним действовала в нас, особенно в это суровое и сметенное время. Прошу Тебя, Господь, помоги нам всем. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты защитил и заступил. Я молю Тебя за болящих, за друзей, которые сейчас и моих, и ваших, которые сейчас находятся или в болезни, или в карантине. Я прошу Тебя, Небесный Отец, еще раз и еще раз утешение тем, которые потеряли своих близких. Прошу Тебя, Господи, помоги, поддержи, дай нам, Господь, будущность и надежду. На это мы уповаем. Во имя Господа Иешуа. В этот понедельник, Йом Шини, в 7 вечера или в 7:15 вечера, наша группа прославления сделает вечер прославления. И мы вам всем разошлем тоже ссылку, сможете прославлять Господа вместе с нашей группой. Ну, это объявление такое. Пожалуйста, давайте продолжим соблюдать все карантинные меры и будем делать то, что нам говорят, но будем любить людей. И будем людей поощрять и ободрять. Иварех леха Адонай ваишмиреха. Яэр Адонай панав элеха вихунеха. Иса Адонай панав элеха. Веясем леха шалом. Башем Иешуа Машиах. Амен. Друзья, шаббат шалом и шавуа тов.